Актер Александр Домогаров и группа «Рефлекс». Прошу вас, проходите на ковровую дорожку. Здравствуйте, девушки, цветы. Я понял, без цветов вы не вступите на этот звездный путь. Саша, добрый день. Прошу вас, ну... Девушки знают, что мы с Аллой обожаем творчество группы «Рефлекс». И я рад, что вы сегодня здесь на премии. Хочется, конечно, спросить у Александра, каково в обществе таких красавиц, Саш? А что-то надо еще объяснять? Ничего объяснять не надо, надо только пройти на эту встречу, на встречу с фотографами и на встречу с публикой. Дорогие друзья, сегодня у группы «Рефлекс» самый дорогой телохранитель. Ну что же, Александр Домогаров и группа «Рефлекс». Ну а мы, конечно же, на ковровой дорожке премии МСТВ-2013. Главное событие. Сама премия начнется вот-вот совсем скоро. Ну а мы вновь ждем наших гостей. И я... Нет, сейчас Яна Чурикова хочет взять слово, и с удовольствием ей передаем его. Ну, а я предлагаю вам продолжить просмотр и обсуждение платьев. Спасибо вам за то, что вы так активны. Ну, вот, это было, конечно, Иванушки Интернешнл. Ну, так сказать, не стареет душой ветерана, как тут пишут некоторые в комментариях. О, боже ты мой. А, кстати, у нас практически все без фильтров, поэтому не все комментарии я могу озвучить в эфир. Так. Юля, стоп, минуточку, хотел бы заострить внимание на предыдущем ораторе. Это группа «Одесса» и Юля Костюшкина. Просто здесь на фотографии не видно же, это инстаграм-качество. Но это лучшие икры нашей церемонии. Вы бы видели, как они сзади прорисованы. Потому что оба они не вылезают из фитнес-клубов. Фая, нет Wi-Fi. Нюша, между прочим, один из лидеров по количеству ваших лайков. И уже обставила Леру Кудрявцеву. Нюша, как вы видите, специально к церемонии. Она в прекрасной форме. Она худенькая, стройненькая. И вот эти красные акценты в волосах ей очень идут. По общему мнению, Таня. Люди, наряд, говорит, просто супер, но не нравится, потому что подстраивается под Леди Гага. Никто никуда не подстраивается. Это группа «Hard Kiss», наши братья-славяне, которые тоже выступают сегодня у нас на премии. Просто «Kiss» — это уже, понимаете ли, не «Hard», а вот «Hard Kiss» — это супер-супер-пупер. Полина Гагарина. Вообще, вы уже поняли, да, что у нас все звезды? Милый наряд, прекрасный образ. «Sexy Stunning Gorgeous» пишет «George 101470». Боже мой, я так люблю ники с цифрами. Звезды, не сговариваясь, практически все сегодня пришли в ЧБ, в монохроме. Правда, но никто ни с кем не сговаривался. Несколько ярких акцентов на зеленой ковровой дороге. Ну, такой тренд. Звезды сделали работу над ошибками прошлых лет и предпочли кичу, пафосу, шику, блеску и бурлеску, скромную сдержанность. Посмотрим, что будет дальше и кто же победит. Мы продолжаем трансляцию премии Муз-ТВ, главного музыкального события года. Будьте активны, жду ваших лайков и комментов.